Сегодня о стритболе не слышал разве только тот, кто абсолютно далек от мира спорта. Уличный американский баскетбол давно уже перешагнул границы континентов и прочно обосновался практически во всех странах мира. Популярность этого вида спорта ежегодно растет, и есть все основания предполагать, что такая тенденция сохранится. А ведь еще буквально полвека назад о стритболе слышали лишь единицы. Первые подвижники уличного баскетбола крайне удивились, если бы услышали, что они, оказывается, являются родоначальниками какого-то совершенно нового и очень популярного явления в спортивном мире. Их можно понять, ведь стритбол зародился в бедных афроамериканских кварталах США. Чернокожие парни, которые первыми начали играть в баскетбол на улицах гетто, обходились без специальных кроссовок, формы и прочих атрибутов. Скажем больше, они даже не считали себя полноценными спортсменами. Просто это был ответ чопорному американскому обществу, которое не желало видеть чернокожих в составе команд Национальной баскетбольной ассоциации. Да, было и такое. Такие признанные звезды, как, скажем, Джордан или Леброн, так и не были бы открыты для мира баскетбола, родись они чуть-чуть пораньше. В середине прошлого века было практически немыслимым участие в регулярных играх NBA темнокожих спортсменов. Собственно, так и зародился стритбол, как демонстрация того, что игра с мячом должна быть доступна каждому. Постепенно стритбол перерастал из уличного времяпрепровождения в обособленный вид спорта. В 1956 году фанат баскетбола Гольком Пракер основал Ракер Парк, который сегодня для многих поклонников игры является гораздо более ярким символом Нью-Йорка, нежели Статуя Свободы. Еще бы, ведь эта площадка стала ни много ни мало меккой уличного баскетбола. В парке стали проводиться ежегодные турниры, которые прославились тем, что тут уличные игроки нередко затыкали за пояс звезд из NBA. Слава о здешних спортсменах постепенно распространилась по всему миру, а ежегодные турниры вроде EBC или Ракер Лиг приобрели широкий размах. В Европу стритбол попал уже в конце 20 века, когда в 1991 году во Франции состоялся турнир по уличному баскетболу. Уже через 3 года стали проводиться европейские финалы, где встречались команды-победители турниров в своих странах. Таким быстрым темпом стритбол пришел к тому, чего от него никто не ожидал. Этот вид спорта включили в программу Олимпийских игр 2020 года. Это произошло во многом благодаря стране-хозяйке – Японии. Ведь именно японцы создали первую в мире профессиональную лигу 3x3. Кстати, если вы все еще не понимаете, чем стритбол отличается от обычного баскетбола, то вот вам небольшая справка. Баскетбольные игры в подавляющем большинстве случаев проводятся в закрытых помещениях. В стритбол же чаще всего играют под открытым небом, во дворе на свежем воздухе. Поле здесь обычно составляет ровно половину баскетбольной площадки. Кольцо в стритболе тоже одно. Эти игры различаются и по количеству игроков на площадке. Самая распространенная версия стритбола – 3x3, плюс один запасной у каждой команды. Хотя в некоторых вариациях в него играют 1x1 или 5x5. В баскетболе должно быть по 5 человек на поле от каждой команды. В стритбол чаще всего играют под музыкальное сопровождение, например, музыку в стиле хип-хоп. Баскетбольный же матч такого не допустит. Тут слышно только игроков и группу поддержки. Этим видом спорта в 90-х заболела и Россия. Соревнования по стритболу приносили в каждый город атмосферу праздника и невероятного баскетбольного движения. Но, к сожалению, только на один уикенд. Потом стойки и весь аппарат убирали, и следующего турнира приходилось ждать целый год, гордо гоняя в школьном или институтском спортзале. Только к 2008 году в нашей стране появилось самостоятельное и высококлассное мероприятие – чемпионат России по стритболу. Схема его проведения довольно проста. Сначала проводится отборочный турнир в одну из лиг в различных городах.
городах, после чего проводятся отдельные чемпионаты в каждой лиге, по итогам которых определенное количество команд попадает в Москву на общий финал. Почти ежегодно частью этих соревнований становится и Владивосток. В нашем городе стритбол был актуален еще в 90-е, но потом немного утих. Сегодня же из-за доступности и простоты этого вида спорта в турнирах участвуют десятки команд. И класс соревнований разный. Во Владивостоке проходят Кубок Приморского края, турнир «Оранжевый мяч», демократичный формат гетто-баскет и самый главный и престижный чемпионат «Русский Open». Если мы раньше, там, скажем, лет 10-15 назад просто приходили и играли на площадках, да, проводили какие-то там турниры и соревнования, то сейчас вот даже на примере вот этой лиги, да, которая является чемпионатом, региональным этапом чемпионата России, да, то можно сказать, это уже, да, это уже класс и мастерство, да, и будем совершенствовать. Жаркими вечерами на открытых площадках приморцы играют в стритбол. Любители соревнований 3 на 3 обычно встречаются в центре уличного баскетбола «Спартак». Коллективы собираются выдающиеся. Большинство участвуют в чемпионатах уже несколько лет подряд. Некоторых игроков можно увидеть и на профессиональных баскетбольных матчах. Есть даже воспитанники местного «Спартака» Приморья. Но несмотря на это, многие спортсмены сегодня не прочь полностью перейти на более компактную версию игры. Сезон заканчивался баскетбольным в мае. В мае же открывался стритбольный сезон и продолжался он до октября месяца. Даже зимой мы с ребятами приходили на эту площадку, чистили паркет, чистили асфальт и играли. Больше предпочитаю скорее стритбол, потому что недавно это, во-первых, стала олимпийская дисциплина. Но, во-вторых, здесь нету тренера, нету никакого давления. Сам за себя. Сам за себя. За команду. Одним из лидеров владивостокского стритбола является клуб ПСРЗ. Эти ребята в черной форме отнюдь не темная лошадка. В копилке команды богатая история и самые разные награды. От Кубка Приморского края до золотых медалей чемпионата России, которые они заработали в 2012 и 2014 годах. Кстати, в первом звездном составе даже был теперь уже скандально известный Эдуард Сандлер, которому теперь отнюдь не до уличного баскетбола. Состав с годами претерпел изменения. Сегодня это сборная друзей, история встречи которых довольно проста. У нас просто была команда баскетбольная. Мы все были в Спарте, там тренировались и решили заявиться на Россию вот поиграть. Мы это для нас как второстепенное, ну, стритбол сам. Основное не забрасывали, наоборот. Упоры где-то, ну, за счет стритбола оттачиваем свои навыки там. В 2016 году финал чемпионата России привезли во Владивосток. Местные спортсмены тогда вживую увидели отличия дальневосточного и западного стритбола. Разница определенно была. Москвичи в прошлом году без особых усилий стали чемпионами. Если у западной части России есть возможность где-то больше играть, больше практики игровой, есть возможность выезжать на другие там европейские турниры, да, то дальневосточникам это тяжелее, да. И всегда приятно, и почему мы просили президента Федерации баскетбола России Андрея Кириленко оказать нам содействие и провести, уже не первый год проводится финал чемпионата России именно во Владивостоке, для того, чтобы дальневосточники могли помериться и игровой практикой с теми командами, которые приезжают. Стритбол во Владивостоке сегодня является действенным способом заявить о себе на паркете. Ведь чтобы стать, например, классным баскетболистом, понадобится опыт в профессиональных командах, куда, конечно же, попадают только избранные. А в том же стритболе на первое место выходят персональные качества игрока. Ты сам за себя, и ничто не мешает тебе стать местной звездой площадки. К тому же теперь, когда этот вид спорта стал олимпийским, появилась возможность построить настоящую карьеру стритболиста. С вами был Максим Яковлев и программа «Вокруг спорта» на Восьмом.